Работал на заводе. Такое мероприятие, как сегодняшняя конференция «Завод», повлияет, я надеюсь, на продвижение наших уральских товаров на рынках России и за рубежом. Маркетологи – это одни из самых важных и ключевых ролей в компаниях. И нам важно развивать этих ключевых людей, чтобы весь бизнес могли более качественно себя продавать, показывать на рынке. Нужно видеть тренды будущего и брать их для своих компаний. А еще нужно создавать тренды. Тогда ты будешь лидером. Наша следующая биг-цель – создание профессиональной премии в маркетинге и даже самой настоящей школы маркетологов. Это такое очень круто. В том числе там для Москвы это очень большой уровень. То есть в Москве не собирается такое количество людей. Let's go.